ансамбль «Веснянка» міста Чернігів. Ні, а ти про.
у больного из 6-й палаты. Она говорит, я взяла ровно 6,5 литра. Кстати, о статистике. По данным статистики, на каждых 3 человек приходится 1 проститутка и 1 импотент. Поскольку среднестатистическая семья у нас состоит из 3 человек, то... Откуда берутся деньги? Статистика спрашивает нашего специалиста по статистике. Какая у вас смертность? Ну какая смертность? Такая же, как у вас в Америке. На одного человека одна смерть. Мама, объясни мне, что такое любовница. Любовница это порог. Стоп. У кого? 2, 3, еще раз. А я выключила. Поэтому Можно взять вот и вид, и вид, и вид. Готовы? Давай, да. Разгон? Есть. Слева на себя. Выйдет. Запись мест. Мех, бьемся! Я не помню. Любовница. Любовница. Это воровка. А, понятно. Она берет то, что плохо лежит. Нет, то, что хорошо стоит. По поликлинике. Так, больной говорит, присаживайтесь. На что жалуетесь? А на что присаживаетесь, на то и жалуетесь. Знаешь, когда больной приходит доктор и говорит, доктор, знаете, я волнуюсь, ну что, чем вы меня порадуете? Он говорит, ничем не могу порадовать. Как? Не можете? Нет, не могу. Сколько же мне осталось? 10. Чего 10? Месяцев, недель? 9, 8, 7. Психоаналитику заходит женщина. Здравствуйте, раздевайтесь, ложитесь на кушеточку. Надо сделать, главное, кушетку сделать свое дело, понимаете. Ладно, с моими проблемами мы разобрались, что у вас? Только в программе. А сюда. В последней программе, а сюда. Алло. Можно, да? Валерчик. Вот ты знаешь, что такое порнография? Нет. Порнография – это когда ты думаешь, что знаешь все, а тут вдруг такое! Безобразие! Эти лесбиянки занимаются любовью без конца! Ну да, придурж приносит кассету домой порнографическую. Начали смотреть полчаса, 40 минут. Надоело, я уже выключил. Нет, подожди. Ну что, одно и то же, зачем ты вновь? Нет. Я все-таки хочу досмотреть до конца. После всего, что он с ней сделал, она не женится все-таки. Конечно, всегда говорят так. Каждый хороший фильм должен каждые 15 минут чем-то удивлять зрителей. Поэтому в немецких порнофильмах каждые 15 минут разговаривают. На эту же тему. Если ты смотришь эротические сцены, и тебе не возбуждают. Если ты смотришь эротические сцены, тебя возбуждают, это порнография. А если ты смотришь, и это тебя не возбуждает, и это некрасиво, и вообще это тебя раздражает, это реклама. Алло, это милиция. Мы из психбольницы вам звоним, у нас тут один псих сбежал, такой лысый, кучерявый. Проверь, как это лысый, кучерявый? Я же говорю, псих. Звонок в психбольницу, значит, поднимает руку сестра. Алло, это дурдом, да? Ну что у вас там новенького? Наметили сдвиги. Новый главарь приходит в больницу, знакомится с пациентами, Геннадий Сиротко. Он показывает, смотрит на молодого человека, который стоит с букетиком цветов у калитки, смотрит вдаль романтическое лицо. Что с ним случилось? Ну, понимаете, к нему девушка не пришла на свидание. А и тут же рядом какой-то мужик. А железный забор головой бьется, а с этим что? А он на них женился. Давай мы сделаем. Ты помнишь, вот ровно 25 лет тому назад поселились с тобой в отеле. Ты помнишь, вот как мы сошлись? Помнишь, да? Я жила в этом номере с этой стороны, а ты в номере с этой стороны. Потом помнишь, мы раскрыли двери и побежали друг к другу навстречу.